Я так понимаю, что нам надо идти туда. Оу. Какие же тут огромные просторы в этих пещерах. Опять эта платформа. Что с ней надо делать, неизвестно. Вообще, знаете, тут такой прикольный антураж. Где-то там молнии били, тут какие-то грибы растут. Если бы еще знать, что делать, было бы прекрасно. Вот и снова мы стоим перед выбором. Либо пытаться пойти туда, либо спокойно-преспокойно пойти сюда. Пожалуй, выберу второй вариант. А тут, кажется, ничего и нет. О, нет, смотрите, апгрейд для руки. Ничего себе, в начале прошлой серии мы тоже такой делали. Прям точно-точно такой же. И что же теперь мы сможем делать? Ломать уже не стены, а, не знаю, какие-то металлические предметы? Вроде бы, да, что-то с рукой стало. Ой, вы видали, какие у нее там остриёчки? И сразу же проходик открылся, и тут что-то открылось. Точнее, поднялось. Выбора у нас нет, идем наверх. Да, действительно, смотрите, какая-то железная конструкция. Мы ее хватаем и... А, я понял, все упало. Это ж каким надо быть умным человеком, чтобы все так действительно работало. Оу, ничего себе. Так вот зачем эта конструкция. Мы ее заем и опачки телепортировались трижды. Слушайте, это прикольно. Теперь понятно, почему робот на нее так указывал. Куда же нам идти дальше? Правильно, идти разворачивать эту штуку. Давай, давай, поворачивай, а куда? Прикольная такая механика с телепортацией. Выглядит очень даже ничего. Но мы лучше возьмем... А, и просто нажмем. Явно нам дается какое-то время, чтобы мы успели что-то сделать. Понятно. Тогда действуем очень быстро. И... побежали, побежали, побежали. А, какое напряжение-то. Лезь, 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 давай. Да, идеально. А, так мы и так можем телепортироваться в бездну. Спасибо. Есть, успел. Фух, фух. Я так счастлив, что не могу ничего сказать. Так долго пытался осуществить такой хитрый маневр. Кажется, я тут уже бывал, да? А, да, действительно, вон, видите, там этот проход вниз. Что ж, нам надо идти, кажется, назад. А, да, теперь мы можем использовать эти штуки. Ух ты ж, ничего себе, далеко нас запыльнуло. А это что такое? Явно снимет защиту. Или нет? Да, действительно. Что происходит? Не имею понятия, зачем эти шарики, но они где-то здесь еще есть. Да-да-да, вот тут. Ой, блин, монстры. Как раз хотел проверить на вас свою новую ручку. Пойдем изначально там, где повыше будет. То есть сюда. А, тут спуск. Ну тогда слазим, чё бы и нет. О, во-во-во-во-во-во. Вот эти челы, они очень опасны. Не имею понятия, как с ними сражаться. Только если убегать от них. Хотя, сейчас попробуем. Опа. Ну, бей. Бей, бей. Не поверите, но ему все равно. Оу. Они сейчас между собой драться будут? Нет, они будут меня убивать, однозначно. Просто уходим отсюда. Стоп, а куда уходим? А, угу. Спасибо, пояснил мне, что к чему. Давай ты пойдешь за мной, может, когда я вас убью, что-то произойдет. И вжух. Пока. Давай просто спрыгнем. Нет, всмяточку произошло. Предлагаю сделать вот как. Мы идем обратно к самому началу, и, может быть, там те штучки активировались, и мы сможем куда-то допройти. Здравствуй, робот, как дела? Нет, к сожалению, эти штучки не активированы. О, я могу с этим шариком повзаимодействовать, серьезно? Вау. И что это так? Ничего себе. Да, вот это прикольно, это мне нравится. Чё, крабики, кто там теперь самый крутой краб? Сейчас вас всех тут раздавлю своими клешнями. Туда мы пройти не можем. Угу. Значит, пойдем куда-нибудь сюда. Аккуратненько заходим. Ага. Вы думали, я не догадаюсь? А, смотрите, я-то догадался сюда зайти. Классно, да? И теперь мы взаимодействуем с этой штучкой и получаем какую-то крутую способность. Удар наносит больше урона. Усиленная сила. Теперь мы можем совсем повзаимодействовать. Прикольные тут виды.
Я чувствую, что нам скоро придется забираться на самую вершину. О, дополнительная жизнь. Самое то для меня. Вау, а тут босс вроде, да? Опять какой-то стрёмненький. Здравствуйте. Вы злой? Ой, да, этот сеньор очень злой. Ему явно не нравится то, что я здесь делаю. Он повелитель молнии, однозначно. Так, крабик, как же ты бесишь. Ничего себе, тут атаки у него идут. Ау-ау-ау-ау-ау, блин. Знаете, уже как-то на капкет похоже. В тебя всякие патроны летят, куча крабиков повылазила, драных. Есть, есть, все. Ой, а зачем я это сломал? Зачем, прости. Ты все еще здесь, да? Думаешь, я боюсь твоих снарядов? Серьезно? Слишком уж ты наивный. Давай тогда и эту штуку сломаем, чего уж там. Раз уж вандализмом заниматься так конкретно. Какой же у этого создания рот классный. Ну только посмотрите на его зубки. Самые белые. Да ёптик, ты когда-нибудь закончишь уже атаковать? А вот у меня дальнего оружия нету, так что это, хватит, пожалуйста. Давай-давай, убиваем его нахрен здесь. Прямо здесь все и закончится. А, ну да, закончилось. Не ожидал я того, что ты перейдешь на другую атаку. О, он не может в меня попасть таким образом, видите? Когда так стоишь. Хм, может мне его вообще не надо трогать? Да нет, однозначно надо. Короче, все, отстанем от этого босса, он слишком какой-то странный. Хрен его ударишь и хрен с ним что-то сделаешь. У нас куча других дел. К примеру, просто взять и сюда пройти. Как вам такое? Эй, почему нельзя? Эх, эта игра нас во всем ограничивает. Ладно, встанем хотя бы сюда. О, Виталий, я четко поставил ее как надо. Что-то происходит. Кажется, я активировал еще один шарик. И это значит, что мы можем повзаимодействовать. Да. Вон там все спускается. Ух. Все, последний раз пробую завалить этого босса. О, я его убил, серьезно? Я один раз только ударил его. Зато сколько всего получил. Сейчас мы, конечно, пойдем туда, что нам открылось, но изначально нужно заняться вот этим. Тут вон какая-то суперспособность, да? А нет, деньги просто. Ну ладно, мы можем и тут походить, что уж там. А тут не что иное, как вещь, куда надо будет поставить нашу конструкцию. Будем ее называть паучком или крабиком. Только как мы доставим туда паучка, пока что вообще неизвестно. Да, туда мы не пройдем уж точно. Это нам запрещено, видимо. Зато сюда мы пройдем. Идеально. Эй, а выше ты не ходишь? И вжох. О, да, получилось. И вжох. Действительно, вот это я паркурчик. Ох, каких же масштабов эта локация. Чувствую, мы на ней очень надолго застрянем. Даже сохранение вон. А молния все бьет и бьет. Ну ладно, давайте спустимся сюда. Ага. Блин. А тут все сложно. Еще больше локаций. Зато есть кубик. Наш любимый. А, так это отрубает энергию все. Только никуда затащить мы его не можем, к сожалению. Разве что взять и... затащить сюда и подняться сюда. Лучше пойдем куда-то сюда. А, тут и ничего нету. Еще один кубик только. Наверху что-то делает. Ага, здесь мы вообще никуда не сдвинем куб, да? А нет, можно его скинуть. Да, можно. Раз он есть, значит он нужен. Вон, видите, отверстие. Куб однозначно войдет в это отверстие хорошечно. О, видали, что-то там случилось наверху. Какой-то глаз загорелся. Голубой. Но... тут есть еще один проходик. Что это? Залезли и... тупо коробка какая-то. Видимо, посидеть, отдохнуть там. Все больше вопросов и все меньше ответов. А это что? Это вот я хотел бы сюда руку свою засунуть. Можно? Ну что уж там, тогда сюда руку засунем. Красный цвет мне не очень нравится. Знаете, сейчас лава польется из этой трубы. А, вот оно что. Нам надо зажечь кучу кнопочек. Одну здесь, одну здесь и одну здесь. Окей, первая часть головоломки решена. Вторая часть головоломки заключается в том, что надо сюда поставить куб, однозначно. Заезжай.
Ух, как круто все работает. Мы уже почти закончили. Активируем. И все, готово. Осталось последнее. Ну вот по-любому же вставить этот куб сюда. Вот так. Да, действительно. Зато теперь вот это мы можем вытащить спокойно, потому что это не нужно. И подойти прямиком сюда. Активируй. Ну что, опять сейчас 1000 килограмм упадет откуда-то сверху на меня прям. Вау, все зажглось голубым цветом. Значит, мы делаем все правильно. Ауч, вот это было явно неправильно. И тут вон какая красота происходит. Покрутили. Все. Ага, вот оно как. Нежданчик. Обалденно, что сказать. Итак, мы открыли какой-то огромный проход. А, это как раз для нашей тарантайки проходик-то. А, вот, наверное, мы бы сейчас и встретились с боссом. Если бы не мои приколюхи. Я не сделал бы этого намного раньше. О, еще один шарик был активирован. Белиссимо. И он отпустил нам что-то интересное. Изначально поползем наверх. Чтобы ничего здесь не найти, весело. А нет, паркурщик все-таки смог осуществить опасный маневр. Сколько же тут проходов? Прям выбирай, не хочу, куда хочешь пойти. Ага, приготовилась уже щупальца. Хрен там был. О, меч. Часть от меча, точнее. Па-па-па-пам. Это вторая вроде, да? Мы в прошлой серии одну такую нашли. Да, действительно, вторая. А тут обрыв. Думаю, раньше этот мир выглядел намного лучше. В плане того, что здесь не было заражения, не было монстров. Был лишь мир и спокойствие. Паучок, идем отсюда. Нам здесь делать больше нечего. Интересно, этот монстр нас может убить? Что такое? Все, все, сдаешься, давай, пока. Раздавил его. Кто теперь крут, а? Что ж, отпускаем и активируем еще один шарик. И что же он сделает? А он хрен знает, что сделал. Да тихо, повзаимодействует с этим шариком. Короче, нам надо сюда однозначно. Видимо, на этом придется расстаться с нашим дружком. Прощай, крабик. Было приятно тобой взаимодействовать. И мы пришли к этой штучке, которую я еще в самом начале серии увидел. Долго, конечно. И что же она сделает? Ага, проведет нас в другую локацию. Сохранение не просто так. Значит, мы попали куда-то в другое место. Что это за картиночки такие? А, значит, ты хочешь помедитировать здесь. А, это просто виды увидеть, что там внизу у нас. Взаимодействовать уже... Да боже, я не это хотел сделать. А, хотел потягать моторчик. Да, хотя нет, надо сначала залезть сюда и посмотреть, что будет здесь. А то еще пропустим какой-то сверхсекретный проход. Ух, просторы, в них явно очень легко потеряться. А, это уже другие у нас виды. Там куча крабиков, вы видите, стоят? Раньше, значит, явно ими много пользовались и катались. Гонки устраивали. Что это такое? Что это за штучка такая? Ой, я понял, понял, спокойно. Явно не очень хорошо, плохой робот. О, они друг друга убивают. Молодцы, давайте, убивайте. О, даже электричество выключилось, кажется. Да хватит, робот. Иди нафиг. Призываешь тут роботов плохих. Ай. Подойди сюда, робот, пожалуйста. А здесь что у нас? Стеночка, еще один проход. Какая же красота. Ой, лампы. Вы явно здесь не просто так. Мы получаем, надеюсь, не деньги, а способность. Нет, деньги. Нет, ты идешь нафиг. Ты мне вообще не нужен. Вот, мне надо идти дальше. Продвижение. Ага. Плохое продвижение, потому что дальше-то мне идти некуда. Опа, можем ударить. Наконец-то хоть что-то прикольное. Вон, снова двигаем громадными конструкциями. И падаем куда-то вниз. Ну зачем я это делаю, а? Ладно, взаимодействуй. И дай что-нибудь мне. Ага, опять ты поднимаешься наверх. А там что за спуск появился? Мне кажется, тут ничего нету. Да, поэтому не пойдем туда, мне уже лень ходить туда-сюда. Не поверите, но мы можем сделать так. А, еще и так, ничего себе. Ох, куда же мы продвигаемся, не могу понять. Что ж, идем дальше.
А дальше еще больше электричества и всяких непонятных вещей. Тогда пошли наверх. А, наверху нас ждет выход, вроде тот самый. Или нет. Там что-то другое. Смотрите, какие там создания. А, они наблюдают, чтобы призвать роботов. Надо по стелс-режиму просто идти. А это что такое? Это третья деталь от меча. Осталось лишь вернуться к кузнице, чтобы эти детали использовать. Да вообще, чё я парюсь? Вообще, охрана никакая у них. Летучие мышки, здравствуйте. А там опять это создание сидит. Если мы телепортнемся, то придем сюда. А тут спуск прямо к этому созданию, однозначно. Поехали! И приехали. Создание это там сидит, а тут сохранялочка. Значит, мы его легко убьем. Если будем вздыхать. Ломай, ломай! Вандализм! Что, злая, злая, да, тетя? А мне все равно на то, что ты думаешь об этом. Ноу, ноу, ноу! Ты не это должен был сделать, ты должен был увернуться. А с тобой надо разобраться. Просто мутузим ее. Не обращаем внимания на ее выгласы. И все, она умерла, видали? Как легко и просто. Правда, я вокруг нее ходил. И поэтому она не могла ничего со мной сделать. А теперь мы спускаемся снова куда-то. Нет, давай туда не будем. Ух, там уже какие-то кубики ходят. Да, как обычно. А если сделаем так, то оно нас никуда не приведет. А вот так приведет. А, спасибо. Тогда придется идти вниз. И заходить, опа, сюда. И повзаимодействовали. И она что-то сейчас сделает. О, помни эту штучку, она активирует энергию. И ее надо куда-то отнести. Однозначно сюда. Вставляйся, и теперь... Что-то должно произойти, явно. Вон там, те конструкции активируются, и мы сможем телепортироваться. Да, это тоже на время, ёптик-пуптик. Итак, просто ждем, активируй. Все, поехал, 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 конструкция как раз пришла. Есть, я успел, я успел. Идеально. Охренеть. С первой попытки. Жалко, что мы там внизу с той рукой не можем взаимодействовать, зато можем вот здесь. И что-то должно явно произойти. А, кстати, мы спустились вниз сейчас. Понимаете? То есть мы там начинали вот все это прохождение наверху, вот прям наверху, а сейчас внизу. Чё ты не крутишься? Опять какие-то проблемы у вас. Надо спускаться сюда. И крутить. Да, эта штука задвигается. Давай нам пространство. Теперь надо к той идти. Кстати, а неужто мы в жерле этого вулкана электричества, который мы изучали в прошлой серии? Просто тут так много энергии, все сверкает, эти молнии. И вообще, хотелось бы уже выйти из этого энергетического биома и пойти какой-то другой. А то тут надоело уже тусить с этим электричеством. Давай, взаимодействуй. Повертели. И сейчас все упадет, да. Или нет? Это генератор, да? Весело. И зачем я это сделал? А, там еще что-то начало активироваться. Это уже однозначно какая-то крутая штука. Только куда нам теперь надо идти? Вот в чем вопрос. Если назад, то я с ума сойду идти назад. Мы так долго шли. А, мы можем с этой рукой повзаимодействовать. Серьезно, как я этого вообще не увидел. Просто полчаса шастал по этому миру. И мы залезли. Наконец-то вернулись к тому месту, откуда начали похождение. Просто завернули, точнее. И то еще даже не дошли до этого места. Сейчас повзаимодействуем. И что-то должно произойти, да? Оу, да. Вроде бы вот я здесь и зашел в пещерке. И все это чудо началось. Да-да-да, именно с этого места. Эх, я даже не крутил эту конструкцию, если что. Ох, какое счастье. Мы поднимаемся обратно наверх. И даже выше, чем надо. Куда это ты меня поднимаешь? А, действительно, этот проход и есть то, о чем я думал. Теперь там, кстати, больше молний нету. И пора искать нашего крабика. Ведь теперь ему проход открыт, вроде бы. Да-да-да, однозначно ему проход открыт. Можем ехать на нем куда-нибудь.